Меня зовут Иван Слуцкий. Любительски я снимался в кино. Пою на сцене уже 13 лет. Играю в драматических, музыкально-драматических спектаклях. В детстве занимался спортом серьезно, тяжелой атлетикой, боевыми искусствами, самбо, карате. Увлекаюсь стрельбой из огнестрельного оружия. Люблю лес, природу, активный отдых, здоровый образ жизни. Легким холодом веют сладостно, разжигаются, жаря тело мне. Эти губы до боли нежные, не забыть мне покоя прежнего. С двух сторон какая-то посадка, аллея. И дорожка, и много одуванчиков, которые уже много раскрывшихся и распустившихся таких больших и воздушных. И вот я тогда понял, что на них можно дуть, и это очень прикольно и интересно получается. Структуры подъездов парадных, где вот такие вот пролеты есть. И я с одного этажа упал на спину, на другой вниз. И не мог какое-то время дышать, вокруг меня сгрудились, не знаю, что делать. Я хочу вдох сделать, но отбил грудную клетку, ну как удар был сильный. Но отошел нормально, слава богу. А как прощаться, я не знаю. Лучше до свидания. Мы не прощаемся, мы говорим до свидания.